Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим следствие из теоремы Виета. Дело в том, что очень многие говорят, вот квадратное уравнение, тяжело очень решать. Ничего подобного. Не всегда нужно пользоваться дискриминантом. Даже иногда бывают большие коэффициенты, а корни видно сразу. О чем говорит следствие номер один? Значит, я сделала два урока. Есть следствие номер один и следствие номер два. Вы можете оба их посмотреть. Итак, если у нас уравнение квадратное имеет вид ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю, то если сумма коэффициентов a плюс b плюс c равно нулю, то первый корень x1 всегда единица, а второй это c, деленное на. Давайте рассмотрим на примерах. Итак, x квадрат плюс 4x минус 5 равно нулю. А равняется 1, b равняется 4, c равняется минус 5. Проверяем наше следствие. 1 плюс 4 минус 5 равняется нулю. Тогда x1 это единица, а x2 берем c, это минус 5, и делим на a, на 1. То есть минус 5. Давайте рассмотрим еще. 2x квадрат минус 7x и плюс 5 равняется нулю. А равняется 2, b равняется минус 7, c равняется 5. Проверяем. 2 отнять 7, прибавить 5 равняется нулю. Тогда x1 это 1, x2 это 5 деленное на 2. 5 поделить на 2 это будет 2,5. Скажете, большие вычисления? Неправда. Вычисления очень маленькие.